Отделению дневного пребывания для инвалидов территориального центра социального обслуживания населения Мозырского района 15 лет. Это годы доброты, терпения, помощи. Проделана колоссальная работа. Теперь ОДПИ – это второй дом для многих его воспитанников. Здесь равнодушные люди априори не могут работать. Умение сопереживать и желание помогать – неотъемлемое качество тех, кто выбрал своей профессией реабилитацию и социализацию людей с особенностями. За эти 15 лет у вас уже вырос большой единый коллектив, который радует нас каждый год и на каждых мероприятиях своими творческими успехами. Я уверен, что и сегодня мы получим все здесь большое огромное удовольствие от той концертной программы, которая будет, значит, проходить здесь, и от участия в этом мероприятии. Юбилей стал поводом пригласить гостей, с которыми отделение давно и плодотворно сотрудничает. Это представители общественных организаций, духовенства, а еще владелица частной конюшни Анастасия Полинка, благодаря которой воспитанникам доступны элементы ипотерапии, реабилитации с помощью лошадей. Ребята, которые посещают отделение, имеют непростые диагнозы. Благодаря здешним специалистам они получают социальные навыки, интегрируются в общество, развивают творческие способности. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех тех, кто присутствует сегодня в этом зале, кто не остался равнодушным, кто всегда приходит первым на помощь. Большое, огромное спасибо. И мне всегда хочется напомнить и вспоминать тех людей, которые стояли у истоков этого отделения и работы этого отделения, которые заложили, как сказали мои девочки, первый камень. И это очень значимо, потому что мы действительно выполняем большое, хорошее и доброе дело. На базе отделения дневного пребывания для инвалидов реализуются значимые разноплановые проекты, направленные как на оказание помощи самим воспитанникам, так и на воспитание в них чувства ответственности, значимости, уважения к людям, бережного отношения к своим корням и белорусским традициям. В отделении работают кружки по интересам и реабилитационные мастерские. Организовываются экскурсии, походы на выставки, в кино, театр, на концерты. Разрабатываются развлекательно-познавательные программы с участием волонтеров. Регулярно проводятся занятия по социально-бытовой адаптации и многое другое. А свои способности воспитанники продемонстрировали во время юбилейного концерта. Виктория Синицкая, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».